надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Эти правила общественного транспорта диктует текущая эпидемиологическая ситуация. Чтобы дополнительно обезопасить химчан, в троллейбусах, следующих по первому маршруту, работают рециркуляторы воздуха. Рециркуляторы работают в штатном режиме. Троллейбус оснащен 2 рециркуляторами в салоне и 1 рециркулятором для водителя, для того, чтобы обеззараживать воздух в салонах троллейбуса. Рециркулятор не только пропускает воздух через фильтр, но и обрабатывает его ультрафиолетом, благодаря чему погибают практически все вирусы и бактерии. Хороший способ борьбы с коронавирусом, и это действительно помогает людям не заразиться и уменьшает риск, и в наше время это очень важно. Рециркуляторы установлены в троллейбусах закрытого типа, а это значит, что они абсолютно безопасны для пассажиров и могут работать непрерывно, пока автобус на рейсе. Химки – первый город Московской области, в котором внедрили технологию очистки воздуха в общественном транспорте. Когда проектировалась система установки на этот троллейбус, точнее на этот электробус, был высчитан объем воздуха, который находится в данном пространстве, и рассчитано необходимое количество рециркуляторов на салон и их мощность. То есть все это соответствует ГОСТам, как бы, и обеспечивает максимально быструю и эффективную очистку воздуха в салоне электробуса. Также весь общественный транспорт в городском округе регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами.